Агрогородок Пламя, Сенинский район. Здесь усадьба Святских. Здесь в мае 43-го находился аэродром партизанской бригады. Первое письменное упоминание о этом поселении относится к 16 веку. И известно оно с 1533 года. Носило название Старая Пивница. Мы находимся в деревне Старая Белица. Сейчас он называется Агрогородок Пламя. На въезде в деревню вот здесь сохранились хозяйственные постройки от усадьбы Святских. Ой, какой дом разрушенный. Что это, интересно, было? Не знаем, что было в этих хозяйственных постройках, что находилось. Может, какой-то спиртзавод. Слушай, ну вот там вот какой дом интересный, да? Революционное название деревни дали большевики. Смотри, какие камни. Фундаменты дома огроменные. Угу. Это вообще класс. Кирпичик. Ты думаешь? Мне кажется, это все это не отреставрировано, нет? Нет, конечно. Вот это да. Это все оригинальное. Это хозяйственные постройки, видишь? Интересно. Подвалы даже были. Вот это да, смотри. Охренеть. А вот этот какой? Что, да, тут да. Какой-то, наверное, был какой-то завод, я так думаю. Да, наверное. А почему нету вывесок? Что это? Вот это... Ну, огородили, видишь? Интересно здесь, да. Вывесок нету, что здесь и было. Интересно, как... Это подвальное помещение. Что здесь было? Своды какие красивые. Неизвестно. Ух ты! Скорее всего, это красивый бровар, который сохранился. И до 2002 года здесь был спиртзавод, да? Я думаю, это он. Скорее всего, да. Красивый, конечно, с бутового камня. Сейчас будем искать здесь усадебно-парковый комплекс Святских. И от бывшего дома целела одна башня. Сюда проедем. Трехэтажные. Что они на трех этажах делали? Ух ты. Интересно здание. Интересное здание, да. Но нигде нету, что это. Ничего себе. Ага, с этой стороны интересно. Не, это уже выложено. Смотри, такие. А как они могли эти круглые окна делать? Ну, тут раньше люди тут делали. Слушай, кирпичами вылаживали круглые окна. Видишь? Это скорее какой-то заезд был туда. Вон, видишь, вверх? Там угу. Мостик. Может быть. Сделан как заезд какой-то. Да нет. Да? Да. Да, вот это спиртзавод бывший. В деревне гуси кричат. Какое-то мы озеро проходим или реку. Мост даже сделан. Осень наступает. Сегодня -1. Так холодно уже. Прохладно. Ну и вот нам открываются руины усадебного паркового комплекса Святских. Первой хозяйкой имения в Белице была жена канцлера Великого княжества Литовского Анна Барташевич. А позже им владели Зиновичи, Сапеги, Святские. Вот от дворянского дома осталась только вот эта башня. Сейчас ближе подойдем, поснимаем. Даже на него можно подняться, я так понимаю. Ну,
крупно. Интересная конструкция. Крыльцо такое, да, она двухэтажная, видишь? Комплекс былой усадьбы. Усадебный дом написано. Вал обрушился уже. Здесь кирпича сделано. Ход сделан наверх. Люк. Ого, это, наверное, была лестница винтовая здесь. Может быть. Скорее всего, да. Ну, туда уже не здесь, он видишь, ага, кирпич падает. Такие вот руины сохранились. От былого величия ничего не остается. Но когда-то в эту усадьбу приезжали студенты, отдыхали здесь писатели, художники, родственники и друзья семьи Святских. А сейчас вот с этого крыльца открывается вид на озеро. Или это речка. И вот такая еще башня, да? Или это остатки дома? Дома, наверное. Это уже на дом похоже. Угу. Колонны даже были, смотри. Святские уехали с усадьбы в 1918 году, переехали в Польшу из-за прихода большевиков. Да, интересное было величие нашей Белоруссии. Усадьба Святских в агрогородке Старая Белица. Сейчас она называется Пламя. Рядом с усадьбой здесь разбит парк с вековыми деревьями. Ну и вот с этой стороны усадьба в таком состоянии разрушенном. С 1903 по 1904 год в этой деревне работал наш писатель белорусский Янко Купала. Он был здесь учителем в школе, экономом. И на вот башне там табличка об этом установлена. Агрогородок Пламя, Сенинский район, усадьба Святских. Как и скворечник установили. Птички сидят. Это уже многоэтажка. Многоэтажка для них сделана. Ну. Да. Серп и молот. Такой вот памятник с красной звездой. Советский серп и молот. Оси бегут, смотри, какие красавцы. Едем по деревне. Старая Белица, Пламя Сенинского района. Гуси идут к водоему. Красавцы. Это улица Школьная у них, да? Наверное. Это снимаем школу в агрогородке Пламя. Слушай, она здесь большая, трехэтажная, да? Ну да. Дорог здесь нет вообще, от слова совсем.